Всем привет, дорогие друзья! С вами Людмила Мандель. И в этом предновогоднем видео я от души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаю вам любви, добра, вдохновения, энергии и драйва. Всего того, что позволит вам двигаться вперед к вашим целям весело, легко и интересно. Желаю вам, чтобы в новом году ваша устная речь стала более чистой, более беглой, более богатой и насыщенной яркими фразами, речевыми шаблонами, коллокациями. Желаю вам серьезно продвинуться в понимании англоязычной речи на слух, в понимании фильмов и сериалов на слух, потому что для многих студентов это заветная мечта. И я хочу от души пожелать вам продвинуться, серьезно продвинуться в этом направлении. Хочу пожелать вам, чтобы вы много путешествовали и путешествовали за границей и не думали об английском, чтобы вы могли легко и уверенно обсудить с носителями языка все интересные для вас темы и чтобы чувствовали себя при этом классно, просто кайфово. Английский язык – это дверь в новый, яркий, интересный мир. И я желаю вам, чтобы вы шли этой дорогой легко, весело, с удовольствием. Я благодарю всех вас за то, что вы были со мной в этом году, что вы приходили на мои мастер-классы, участвовали в моих играх, что вы смотрели мои видео, что мы с вами много общались. Спасибо вам огромное за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваше участие во всех моих начинаниях. В этом году мы провели несколько шикарных курсов. Курсы по речевым шаблонам, курсы по грамматике, курсы по коллокациям, конечно же, курсы по американским фильмам и сериалам. И я благодарю всех, кто принимал в них участие, благодарю всех студентов, кто от души поработал и получил яркий результат на моих курсах. Ваши результаты – это то, что позволяет мне двигаться дальше и создавать новые интересные программы для вашего английского и для вашей устной речи. В следующем году у нас запланировано много новых, ярких, интересных курсов по грамматике, по речевым шаблонам и коллокациям, по фильмам и сериалам, благодаря которым вы сможете серьезно продвинуться в английском, взять новую высоту и совершить прорыв, прорыв, к которому вы давно готовы. Я вам этого от души желаю. Волшебного вам Нового года и до новых встреч в новом 2019 году. Happy New Year!